землетрясение, которое недавно испытали жители восточного побережья США, вызвало шок во всем мире. Всем отойти. Всем отойти от фасада здания. Эвакуация была объявлена в Пентагоне, государственных учреждениях Вашингтона, Нью-Йорка, других крупных городов. Люди из зданий выходили очень быстро. Большинство сохраняли спокойствие, но я бы сказал, что некоторые сильно нервничали, но паники не было. Никто из ученых не смог спрогнозировать это событие. Что же происходит с Землей в последнее время? Неужели нас неминуемо ждет апокалипсис? Несмотря на то, что землетрясения на восточном побережье не редкость, до сих пор они не беспокоили людей. Толчки были незначительными и в основном происходили на дне океана. А вот в густонаселенных районах ощутимое землетрясение случилось впервые, по крайней мере, за последние 100 лет. Я очень испугалась. 10 лет назад я пережила трагедию 11 сентября. И когда что-то подобное происходит, за 2 недели до этой трагической даты, первое, что приходит на ум, это бомбы и террористы. Я была счастлива, узнав, что это всего лишь землетрясение. Подобные высказывания о самих землетрясениях звучат по меньшей мере легкомысленно. За последние 100 лет человечество столкнулось с десятками крупных стихийных бедствий. В 1906 году Сан-Франциско был практически стерт с лица земли. Через 2 года 10-метровое цунами обрушилось на Сицилию, унеся жизни 100 тысяч жителей острова. А мощные землетрясения, периодически сотрясающие Китай последние 35 лет. А цунами, обрушившиеся на города Юго-Восточной Азии в 2004-м. А последняя трагедия в Японии. А ведь любой из нас может оказаться в районе разбушевавшейся стихии. Американское землетрясение, произошедшее в августе 2011-го, было умеренным. Значительных разрушений не вызвало и к жертвам не привело. На самом деле, больше 7 баллов там не было, по всем оценкам. Большая часть территории это было 5-6 баллов. То есть это не разрушительные эффекты. 7 баллов это... Уже какие-то части конструкции отваливаются, там ломаются, значит, трескаются стекла, падают предметы. Это уже становится страшно для людей, не приспособленных, не подготовленных к вот таким вот сейсмическим явлениям. Несмотря на незначительные толчки, многие американцы вспомнили пророчество своего соотечественника, евангелического проповедника Дэвида Вилкерсона, погибшего недавно в автокатастрофе. В его книге «Видение» описано ужасное землетрясение, которое должно произойти в США в ближайшие годы. Близится день, когда в США произойдет самое сильное и разрушительное землетрясение за всю историю. Ему будет предшествовать трагедия в Японии. Я знаю, что землетрясение будет там, где его меньше всего ожидают. Погибнут тысячи, убытки будут исчисляться миллионами. А затем начнет колебаться вся земля, и будет много землетрясений по всему миру. Они станут главной причиной, вызывающей у людей страх и подавленность, так как предугадать их будет невозможно. Глобальные катаклизмы природные ждут Европу, ждут Новую Зеландию, Австралию, Америку. И я думаю, что это подтвердится в ближайшие годы. 2012 год обещает быть годом катаклизм, катастроф, тайные изменения течений. И, к сожалению, мы это увидим. Исследователь природных явлений Феликс Ротавнин утверждает, что наступающий 12-й год принесет разрушений гораздо больше, чем предыдущие годы. Европу ждут серьезные климатические изменения с точки зрения похолодания.
вот, наводнений, в частности. Причем, на удивление, с прорывами дамб, затоплениями серьезными и прочее. Америка – это распространение их знаменитых торнадо. И домики будут летать, как у Элли в «Стране чудес». Праведческие способности Феликса стали проявляться после того, как в детстве он увидел вблизи шаровую молнию. Ему было 7 лет, когда он с мамой гостил у родной тети под Куйбышевым, ныне Самарой. Однажды они гуляли в лесу. Пошел дождь. Они поспешили в дом. Сынишка бегал по полу, там играл, чем занимался, то мяч, то что. Я присел на кровать, на краешек, сидели. И неожиданно как-то мимо меня из двери поплыла, ну, поплыл, вернее, шарик, огненный такой шарик. Мама Феликса неожиданно поняла, какая опасность им угрожает. Но в ту секунду она думала только о сыне. Лишь бы он не шевелился. Ведь шаровая молния поражает любого, кто рядом с ней сделает хоть малейшее движение. Маленькое было, легкое такое, как мне показалось, потрескивание, как от лучины. И маленькие искорки. Ну, я торопела, конечно, в дверях стояла сестра, она тоже говорит: «Слушай, так это шаровая молния, она в форточку сейчас вылетела». Огненный шарик медленно двигался в воздухе по диагонали комнаты. Он словно раздумывал, как ему поступить в этом незнакомом ему доме. Он подлетел к месту, где играл Феликс, и остановился над его головой. Оранжевый, примерно с большое яблоко. И медленно-медленно сын стоял на полу, вот так, наверное, и над ним медленно плыла вот эта шаровая молния, буквально, ну сколько, сантиметров 30-40 над его головой. Сам Феликс рассказывает, что никакого испуга тогда не испытал. Он интуитивно чувствовал, что надо сидеть на полу и не шевелиться. Я не успел испугаться, не скажу, что это меня напугало. Хорошо, что я замер, потому что говорят, что нельзя двигаться, когда есть шаровая молния. Естественно, в детских у меня инструкций никаких не было. Это было интуитивно. Огненный шар направился в сторону электрической розетки и, столкнувшись со стеной, разлетелся на мелкие кусочки. Все, она рассыпалась, мы с ней стоим, побежали скорее к сыну. «Ничего у тебя, Феликс, ничего с тобой не случилось, голова не болит, ощупали его, осмотрели, вроде все нормально. Он как играл, так и играл, не знаю, он как... Ты что, видел? Видел, шарик этот видел. Ничего у тебя не болит? Ничего у тебя не болит». Феликс убежден, что именно та встреча с шаровой молнией повлияла на развитие его праведческих способностей. Может быть, это даже повысило мою какую-то некую чувствительность к электромагнитным волнам и прочее, потому что, ну, не скажу, что с того детского возраста, но в зрелом возрасте некоторые сенсорные способности у меня проявлялись. Сегодня он предсказывает, что в 2012 году пожары и наводнения охватят Австралию. А в Новой Зеландии наступит сильное похолодание. Там даже временами будет выпадать снег. Россия, на удивление, стоит на хорошей платформе. Нам грозят только техногенные катастрофы, связанные с реальным устарением техники, с коррупцией пресловутой, нарушениями техники безопасности и некоторым российским вот таким отношением к порядку. Москвич Вячеслав Дякин, испытавший московское землетрясение в 1977 году, в последнее время страдает бессонницей. Ему почему-то кажется, что землетрясение обязательно повторится в столице России, только уже в более глобальных масштабах. Здания начнут разрушаться, как карточные домики, погребая под собой жильцов. И он не успеет спастись.
Ночами я не могу уснуть. Когда вот захожу я в комнату, ночь особенно, и мне кажется, что комната как бы начинает, ну, шататься. И кровать как будто кто-то снизу подталкивает чем-то. 5 марта 1977 года. Субботний вечер. Ничто не предвещает беды. Как вдруг где-то на улице раздаются крики. Вячеслав Дякин с неохотой оторвался от телевизора. Что происходит? Он приподнялся с кресла и тут же упал. Что-то повалило его на пол. Павел лежал и с удивлением смотрел на потолок. Он ничего не понимал. Люстра ходила ходуном. Сыпалась штукатурка, а двери шкафов хлопали. Чуть позже выяснится, что в Москве произошло землетрясение. Событие 77-го года, которое так напугало многих москвичей, пришло с Карпат. Там разрушительные подземные толчки происходят примерно каждые 30 лет. Действительно, в Румынии, в Карпатах, происходят сильные землетрясения, глубокие. И они, как ни странно, ощущаются на территории Москвы с интенсивностью до 5 баллов. До 5 баллов. Но 5 баллов – это не разрушительное землетрясение. В тот весенний вечер жители верхних этажей московских квартир пережили несколько неприятных секунд. Встал с кресла и упал. И какой-то страх, и после все это приходит, через какой-то промежуток времени, там через 10 там, секунд, это минуты где-то так, и неосознанное такое ощущение страха и что-то, пустоты какой-то, испуга. Впрочем, многие москвичи, спешившие по своим делам, даже не обратили внимания на землетрясение. Среди них был Евгений Рогожин, ныне крупный специалист в области сейсмологии, один из руководителей Института физики Земли Российской академии наук. Сам я в это время ехал в троллейбусе, поэтому его не ощущал. Ну, потому что толчки троллейбуса, они превышают эти 4 балла, которые были на грунте. Мы обратились к известному сейсмологу с вопросом. Возможно ли в Москве новое землетрясение? Надо бы население, чтобы знало, что это возможно, что ничего страшного не будет, что не надо паниковать, бросаться с третьего этажа вниз. Никто не погибнет, кроме... Может быть, вот слабо проверенных еще вот этих новых высоток. В последние годы в столице было построено несколько высоток от 35 до 48 этажей. И как они себя поведут при даже небольшом землетрясении, не знает никто. Значит, что Москве по-настоящему может грозить? Первое, это вот неизученность поведения вот этих конструкций новых в условиях такого удаленного землетрясения. Потому что тут особый тип колебаний. Земля не трясется очень жестко, а так медленно раскачивается. Понимаете, что для нас непривычно. Мы же привыкли, что у нас твердь, что ничего не колеблется. И как поведут себя эти здания, ну, по-настоящему неизвестно. В 50-х, 60-х годах в советской стране проводились занятия по гражданской обороне. В школах, институтах и на предприятиях показывали учебные фильмы о том, как вести себя в период атомной войны. Говорит штаб гражданской обороны района. Людям рассказывали, куда прятаться, кому обращаться, что предпринять. Доказано, что атомный или ядерный взрыв является причиной землетрясения. То есть, по сути, советских граждан готовили в том числе и к выживанию в сейсмических условиях. Постепенно занятия по гражданской обороне превратились в формальность, поэтому московское землетрясение стало для многих шоком. Вот это первое, что это действительно поведение высотных зданий. Второе – это реакция населения. Потому что в 1977 году люди пугались, выбегали голыми, раздетыми, без детей. Хотя никакой такой страшной вещи не было.
То есть ничего не было разрушено, никто не умер, кроме как несколько человек, по-моему, от сердечных приступов просто. Сегодня в России никто не готовит население к потенциальным катастрофам. Фактически службы спасения работают не на опережение катастроф, а на устранение последствий. Другими словами, расчищают от трупов пораженные территории. Мы живем сегодняшним днем, не желая просчитывать особенности дня завтрашнего. А такая беспечность неминуемо приводит к большим бедам. И это касается не только потенциальных землетрясений. Наводнения и страшные пожары 2010 года стали полной неожиданностью для всех, в том числе и для служб спасения. Когда все горит, идет бюджетное финансирование, повышается, так сказать, количество штатов, покупается новая техника, самолеты, свои спутники, дабы, грубо говоря, зарабатывать деньги. А предотвращать это не в интересах, это не Министерство по чрезвычайным ситуациям. Это не Министерство лесного хозяйства, которому тоже предотвращать. У них нет, грубо говоря, в функциональных обязанностях создания систем предотвращения. Погода на Земле становится неустойчивой, а природные стихии непредсказуемыми. Но ряд ученых считает, что увеличение природных бедствий никак не связано с изменением климата. Значит, вообще, что такое климат? Это среднестатистические долгосрочные наблюдения за такими там известными нам факторами погоды, как температура, там, давление, да, то есть усредненные какие-то характеристики метеорологических условий в каком-то регионе. То есть даже московская летняя жара 2010 года не внесла поправок в многолетние долгосрочные наблюдения за климатом. Было жарче летом, зато холоднее зимой. Среднегодовая температура, а значит и климат, остаются стабильными. А вот природные катаклизмы, по одной из версий, вызваны деятельностью самих людей. Ну, давайте с вами начнем с самого простого, да, то есть у нас, как мы с вами все знаем, там, Москву перед парадом, значит, закрывают от дождя. Если еще 10-15 лет назад, значит, это было применение йодистого серебра, каких-то реагентов, там, значит, это искусственного льда, то потом перешло на тривиальное, на сначала мелкодисперсный цемент, а теперь обычный цемент в мешках сыпят нам на голову. То есть с природой, как бы сказать, играют, да, то есть с точки зрения экономического эффекта, а не науки. Ирина утверждает, что может разгонять тучи мысленно. Поэтому совсем не обязательно сыпать на голову москвичей цемент, загрязняя и без того тяжелый воздух столицы. Для того, чтобы управлять погодными явлениями, управлять погодой, мы прежде всего должны отключиться от сознания. Мы не должны это делать, я управляю погодой. Ничего не получится. Ирина утверждает, что может концентрировать свою энергию и направлять ее в виде невидимого столба в то место на небе, которое надо очистить от туч или облаков. В этот момент этот столб, он просто вокруг тебя, не внутри, а ты выпускаешь как фонарь это из себя. Мы решили провести эксперимент. В облачный день привезли Ирину в поле и попросили ее мысленно разогнать облака над головой. Но прежде попытались понять, откуда к ней пришла такая удивительная способность. В детстве Ирина часто болела тяжелыми простудными заболеваниями. В полусознательном состоянии она чувствовала, как отец подолгу сидит рядом на краю кровати и гладит ее руку. Отец работал на шахте. И однажды там произошел взрыв. Я слышу, что в доме у нас трагедия, все плачут, весь шум. Но у меня состояние как раз вот этого состояния между здесь.
То есть ты в сознании, ты и не в сознании. Ты вот здесь находишься посерединке. И, видимо, от этого стресса, от того, что что-то произошло, а я не могу ни открыть глаза, ни понять, в чем дело, видимо, этот момент заставил меня здесь заикариться, и я поняла, что вот это состояние, оно волшебный ключик ко многим решениям многих каких-то вопросов. Ирина лежала на кровати, слышала, как плачут родственники. И вдруг она как будто соприкоснулась с чем-то неведомым. В своем сознании она увидела отца. Увидела его живым, как будто он торопится домой. И вдруг я увидела отца, что он едет через футбольное поле, школьное, там у нас школьный сад, и он едет на велосипеде абсолютно где-то вот в крови, где-то в копоти, но абсолютно счастливый. И я говорю, он едет, он сейчас приедет, он сейчас будет. И через полчаса зашел в дом отец. И с этого момента вот такие ситуации у нас происходили достаточно часто. Выздоровев и повзрослев, Ирина стала сталкиваться с новыми чудесами. В школе я абсолютно четко знала, какой билет мне надо тянуть. В институте тоже. С четвертого курса института нас забрали в Киевскую лабораторию, спецлабораторию, где я проходила образование, уже обучение непосредственно как слипер. Умение воздействовать, слышать, чувствовать и управлять человеком. Полученные навыки Ирина может применять, воздействуя и на погоду. Вот уже несколько минут идет наш эксперимент в одном из полей Подмосковья. Справа город Пушкино. Облака сконцентрировались над нами. Ирина мысленно направляет свою энергию вверх, чтобы их разогнать. Никаких движений рук. Закрытые глаза, лицо напряжено. Проходит 5 минут. Наша видеокамера фиксирует, что облака, находящиеся над Ириной, начинают таять. А дальние облака уже плывут не к нам, а уходят направо, как будто над полем висит незримое препятствие. Проходит 10 минут. Небо над головой Ирины действительно очистилось. Более того, облака над полем в обозримом пространстве не наблюдаются. Все они уплывают в сторону Пушкина. Поскольку мне в своей практике и жизни приходилось встречаться с многими уникальными людьми, встречал я и тех, кто утверждали, что могут влиять на погоду. И на удивление я убеждался в этом неоднократно. И сегодняшний случай, может быть, не в классического там прям уникальном случае, но позволил убедиться, что способности такие у людей есть. Но кроме биологического воздействия, можно управлять погодой с помощью специальных технических устройств. Ни для кого не секрет, что на Аляске, в Европе и даже в Арабских Эмиратах созданы наземные станции, антенные поля, которые могут создавать мощные излучения. С их помощью можно воздействовать на ионосферу, вызывать дожди или разгонять тропические циклоны. Как нам известно, сегодня, значит, американская наука изучает возможность предотвращения выхода тропических циклонов на побережье США. Это поставлено было во главу угла после всем известного, значит, урагана Катрин, который нанес огромный ущерб американского, так сказать, ну, континента. Вот это основное направление, которое сегодня, так сказать, изучает, ну, будем говорить, ученые из Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, это не может не воздействовать на, будем говорить, погодные условия в других частях земного шара. Значит, все взаимосвязано. Сейчас вы станете первыми свидетелями эксперимента по изменению погоды на расстоянии. Эта пушка разработана в России. Она уникальна. С ее помощью мы из Москвы вызовем дожди в Якутии и потушим там лесные пожары. Это единственная технология, которая позволяет дистанционно воздействовать на процессы природные, значит, с целью вызывания осадкообразований. И наоборот, значит, в интересах сельского хозяйства то, что разрешено по международной конвенции. Установка воздействует на атмосферу и верхние слои ионосферы с помощью электромагнитных, электростатических, а также
высокочастотных полей. Как бы это комбинированное воздействие дает возможность использовать его в разных направлениях. Основное направление – это, естественно, вызывание осадкообразований над сельскохозяйственными угодьями и пожарами. И, грубо говоря, второй вариант – это возможность работать на неприземном атмосферном давлении на высотах, то есть именно вот бороться с такими, допустим, блокирующими антициклонами высотными, которые присутствовали в прошлом году у нас в Москве. Чтобы из московской лаборатории дистанционно потушить лесной пожар в Якутии, надо вначале узнать, где поблизости возможны осадки. Находим на сайте метеорологов нужный грозовой фронт. С помощью уникальной российской компьютерной программы рассчитываем координаты цели, в которую установка будет посылать импульсы, чтобы придвинуть тучи к лесам Якутии. Вот мы с вами видим, что будут осадки в ближайшее время. Вот наша задача немножечко опустить их ниже. Сейчас с вами берем программу, значит, устанавливаем координаты целей. Вот, расчетные. Значит, выводим, будем говорить, формулу, получаем расчетное время воздействия на данную точку. Значит, вводим координаты цели. Для того, чтобы наиболее эффективно воздействовать, да, это, грубо говоря, 8 утра по Москве, то есть 8:20 по Москве. Наш уникальный эксперимент продолжится на следующий день. Мы его покажем чуть позже. А пока вспомним последний невероятный случай, связанный с погодным явлением. Недавно камера видеонаблюдения в одном из китайских городов зафиксировала, как молодого человека сразил удар молнии. Китаец упал, пришел в себя, пошел дальше. Но очередной разряд вновь попал в него. Мужественный китаец оправился и от второго удара молнии. Если это видео не фальшивка, то можно предположить, что молния была искусственного происхождения. Возможно, это был эксперимент китайских ученых, связанный с воздействием плазмы на расстоянии. Дело в том, что человек не может выжить после прямого попадания молнии. Ее скорость более 20 тысяч километров в час. Напряжение 300 тысяч вольт. А температура в 5 раз выше, чем температура поверхности Солнца. Если молния попадает прямо в человека, она его сжигает. Те, кто оставался в живых, получали не прямой удар молнии, а смягченные разряды через землю. На китайском видео мы видим два прямых попадания в человека, который остался живым и невредимым. Возможно, экспериментаторы задали параметры электрического разряда, при которых человеческий организм не погибает. По одной из версий, эксперименты с молниями, которые когда-то начал великий Тесла, успешно продолжаются. Скорее, это ученые продолжают эксперименты. Казалось бы, не, можно в это не верить, но можно не верить и в атомную бомбу, но она существует и несет колоссальное разрушение. Алексей Дяшев связывает свой приход в науку с тем, что сам когда-то пострадал от стихии, воды и огня. Он даже пережил две клинические смерти. Я сейчас начал думать и по поводу того, что, может быть, это действительно какие-то вот жизненные вехи. Первый раз он испытал состояние клинической смерти в 5 лет. Я это самое осваивал азы плавания. Очень успешно. Камнем на дно. И все. И если бы я еще раз не заметил брата, не вытащил меня, ну не было бы такого парня. Брат вытащил на берег уже бездыханного мальчика. Стал делать искусственное дыхание, бил по щекам, сдавливал сердце. В общем, делал все, что знал по книжкам или видел в кино. У меня единственное, что вот осталось в памяти, что я не хотел обратно. Я хотел туда вернуться.
И вот это вот, я еще раз говорю, она долго вот где-то внутри меня обида была на брата, что он меня вот из той вот, ну, будем говорить, второй жизни, что ли, вытащил. Вот это вот ощущение счастья, оно до сих пор вот, когда спрашивают человека, можете ли вы вот себе представить, да, ощущение счастья. Я моментально вспоминаю вот то состояние, которое я прочувствовал, так сказать, находясь на, будем говорить, грани жизни и смерти. Через несколько лет он снова пережил клиническую смерть. Тогда он спал, а дом загорелся. Его чудом спасли. Вначале вытащив из пламени, а затем борясь за его жизнь в реанимации. Дикий ужас и страх. И еще раз говорю, что если говорить сегодня, допустим, спросить меня, боюсь ли я смерти, я вам скажу, да, сегодня страшно боюсь. Потому что то, что я видел, меня не порадовало. Я не могу сказать, что я видел чертей там с сковородками, но вот это состояние ужаса, да, оно у меня, так сказать, вот свежо в памяти. По словам ученого, именно те детские переживания сформировали его жизненные интересы и повлияли на его судьбу. Я вот честно могу сказать, вот это состояние, пережитое при, так сказать, второй клинической смерти, на сегодняшний день придают мне сил в разработках технологий, которые позволят продлить жизнь человеку. Вот это единственное, я не хочу туда. Я хочу жить долго и счастливо. Вот счастливо так, как было первый раз, и долго, чтобы не попадать, как второй. Но вернемся к нашему удивительному эксперименту. Назначенное время. Уникальная российская установка из московской лаборатории направлена в нужную точку верхних слоев атмосферы, чтобы над лесами Якутии прошел дождь и потушил пожары. Сейчас эта пушка начнет посылать нужные импульсы. На сегодняшний день у нас все с вами готово. Значит, мы начинаем с вами работу. Значит, цикл определенный закончился. Через два дня мы убедимся, что над лесами Якутии пройдут дожди. Пожары будут ликвидированы. Но возникает вопрос. Не несут ли подобные установки побочные негативные эффекты? Это человек разумный, который изучает определенные технологии и не понимает, где что происходит. Что сегодня, вызывая дождик, ну, я не знаю, там, в Западной Сибири, для того, чтобы погасить пожар, да, можно запустить тот механизм, который через там, определенное время, допустим, я не знаю, там, 4, 5, 6 месяцев, произойдет землетрясение в Индонезии. Такое существует. Есть версия, что причиной всех разрушительных землетрясений и цунами последнего десятилетия стало испытание различных климатических установок. Вполне возможно, что и последние японские события не столь просты, и как некоторые, я считаю, встречал комментарии ученых, что, возможно, это попытка японцев тоже испытать некие способы воздействия на природу, которые не были ими продуманы, вычислены, и отсюда столь непредсказуемые и страшные катастрофы. До сих пор ученые не могут прийти к единому мнению, каким будет климат будущего. Одни говорят о глобальном потеплении, так как в атмосфере стремительно накапливается содержание СО2, углекислого газа, а значит возникает парниковый эффект. Солнце выжигает землю, а люди гибнут от жары. Я не являюсь климатологом, я являюсь просто химиком-технологом, то есть инженером. Но, на мой взгляд, те, которые говорят о потеплении, они правы. Почему? Потому что вот эти исследования многолетние показывают вот что. Что впервые у нас содержание СО2 опережает температуру.
Раньше предыдущие все похолодания и потепления были как? Вначале идет, предположим, рост температуры и увеличивается содержание СО2 в воздухе. То есть тают где-то льды или становится больше испарения где-то. То есть климат как-то мягчает. Потом идет оледенение, все это замерзает, опять меняется состав воздуха и так далее, и так далее. То есть вот это было всегда. А сейчас впервые вначале идет увеличение СО2, а температура следует за содержанием СО2. Другие ученые утверждают, что нас ждет глобальное похолодание, поскольку мы живем в межледниковый период, который скоро закончится, и наступит новая ледниковая эра. Значит, влияние человека на климат с его техногенными воздействиями, оно все же, по счастью, не так сильно, чтобы вот эту вот общую тенденцию изменить радикально. Может быть, действительно, вот этот углекислый газ, то, о чем говорят, он вносит свой эффект потепления. Но если это будет на фоне общего похолодания, то существенных изменений это не внесет. То есть он, может быть, отдалит похолодание, но не предотвратит его совсем. Потому что это глобальные причины. Третья группа ученых категорично отвергает любые теории об изменении климата. С моей точки зрения, никаких ярких изменений, то есть каких-то глобальных изменений на сегодняшний день не происходит. Это чисто рекламная кампания для там, отмывания денег на, грубо говоря, борьбу с неизвестным явлением, как потепление или глобальное похолодание. Существует и четвертая версия. Она говорит о том, что нас ожидает климатическая катастрофа. Стихийные бедствия в короткий период захлестнут весь мир. Ведь к Земле приближается планета Нибиру. Ее еще называют планета Х. И периодически на спутниках изображениях СОХО, это солнечная обсерватория американская, с этих спутников стерео, там она проскакивает в виде уже такого небольшого креста с хвостом. Ну, хвост определяет в данном случае просто большой выдержкой. Но в конце концов она так будет видна и в небе. Прям такой крест с хвостом или крылатый шар так еще. Вот древнее изображение шумерский крылатый шар, это, собственно, изображение планеты Х. Она так проявляется в нашем небе, когда подходит уже очень близко. По этой гипотезе влияние планеты Х мы уже ощущаем. Идут подвижки земной коры. Индостанская тектоническая плита медленно оседает. Происходит постепенное сжатие Тихого океана и расширение океана Атлантического. Океан расширится, и в результате происходит выплескивание. Выплескивание происходит в сторону Европы, так называемое европейское цунами, который будет достигать в некоторых местах 100 футов, то есть около 30 метров. И достанется от этого цунами, в первую очередь, Англии, Бельгии, Данию смоет, поскольку Дания плоская страна, и даже доберется до Прибалтики какая-то волна. То, что процесс подвижек Земли уже происходит, подтверждают случаи замертво падающих с неба птиц. В США, Швеции, Австралии зафиксированы падения сотен галок, ворон и дроздов. Птицы словно сходят с ума, сталкиваясь друг с другом в воздухе или ударяясь о дома, столбы, деревья. Пока одни ученые пытались проанализировать ситуацию, другие строили догадки. По одной из версий, птицы погибали в воздухе от испытаний неизвестного оружия. По другой гипотезе, птицы пытались избежать праздничных фейерверков. Поэтому летели слишком низко и сталкивались в темноте с различными объектами. Но вскоре выяснилось, что эти предположения несостоятельны. Поскольку одновременно с массовой гибелью птиц на берегах рек и заливов по всему миру были обнаружены более 100 тысяч мертвых и умирающих рыб. Эксперт Михаил Кашин объясняет такой мор именно влиянием планеты Х на земную кору. В коре Земли содержится достаточно много метановых карманов, так называемых камер с газовым метаном, отчего вот горняки гибнут часто, да, не учитывая, что он там есть.
когда происходят подвижки Земли какие-то, да, возникают расщелины, газ выходит. Если стая птиц оказалась над этим местом в этот момент, то они все падают замертво просто-напросто. Ну, вот как канарейки гибли у шахтеров. Рыба точно так же в воду попадает метан, и она гибнет. О начале глобальных природных изменений говорит и то, что теплолюбивые акулы стали заходить в воды российского Дальнего Востока и атаковать людей, чего не наблюдалось раньше. Поскольку акул-людоедов всегда привлекал более жаркий климат. Внимание! В связи с происшествиями, связанными с нападением акул на территории Приморского края, купание является опасным. В августе в Приморье были атакованы 3 человека. Первой жертвой стал 25-летний Денис Удовенко. Хищник оторвал ему кисти рук, покусал туловище и ноги. С его слов, во время купания купался вместе с женой, напала акула. Он как мог отбивался, защищал свою жену. Жена не пострадала, выплыла, его подобрали на катере, проходившей мимо отдыхающей. Вот эта группа отдыхающих спасла Дениса и оказала ему первую медицинскую помощь. Ему наложили жгуты и погрузили в свой автомобиль. Зажимаю ему остатки рук, чтобы кровь не листала. Мы очень быстро дошли вот сюда, вот там мы поставили лодку. Когда шли на ходу, всем кричали, чтобы все выходили из воды. По бездорожью они повезли Дениса в ближайший населенный пункт, где передали его врачам скорой помощи, а те, в свою очередь, доставили пострадавшего в больницу. Ну, мы сразу же взяли в операционную, провели обработку ран, формирование культей. Предплечья представляли собой, значит, рваные раны на уровне средних третьих предплечий с обоих сторон, отсутствие кистей в виде обрывков мягких тканей, мышц, отсутствие кожи. Какого размера была акула, хирург предположить не может. Уж слишком нетипичный случай для российских медиков. Ну вот на бедре, на левом, 20 на 10 сантиметров, рваная рана. А судить собака, я бы мог сказать, какие размеры акула, я не знаю. Я только по телевизору ее видел. На следующий день похожий случай повторился. Акула-людоед вновь атаковала отдыхающего. На этот раз 16-летнего подростка Валеру Сидоровича. Ну все, мы приготовились покушать. Жарили мясо. Услышали крик: помогите, помогите, акула. Ну, я-то на катере, катер большой был, привязан к берегу. На двух резинках, на резиновых лодках выскочили ребята, притащили его. Ну, оказали первую помощь, сделали жгут, дали обезболивающее. Ну, все как положено. Аптечки притащили, перемотали, затем приняли решение транспортировать на берег. На берегу их уже ждала скорая. Парня отвезли в больницу. После 6-часовой операции подросток пришел в сознание. Она его укусила за ногу. Ну, как все хищники, начала трепать, потащила вниз и отпустила почему-то. Возможно, спас гидрокостюм, который показался акуле несъедобным, а может и по другой причине. По этим зубам, которые акула-людоед оставила в теле подростка, специалисты пытались определить размеры хищника. Не получилось. А уже через неделю произошло третье нападение на человека. Ну так течение же изменяется. Изменяется течение из-за того, что меняется конфигурация тектонических плит, меняется вращение Земли, но тут становится не очень таким равномерным.
Все это, плюс климат меняется, все это ведет к тому, что рыба мигрирует. А рыба, как это, человек ищет, где лучше, да, там, а рыба, где глубже. Вот рыба идет туда, где ей удобно, где больше корма. По словам нашего эксперта, планета X или Нибиру стала более агрессивно воздействовать на Землю, вызывая непредсказуемые колебания. Сегодня уровень опасности на Земле составляет 7 по 10-бальной шкале. Если считать за 10, сдвиг географических полюсов, который неминуемо несет за собой катастрофические наводнения, ураганы, цунами и землетрясения. Сейчас из-за того, что планета X приближается постепенно, и сама еще разворачивается под влиянием магнитного поля Солнца и так далее, ее поле оказывает более такое эффективное, скажем так, в кавычках, воздействие на Землю. Поэтому это колебание стало более резким, потеряло такую явно выраженную форму восьмерки, но стало более таким вот впечатляющим. Поэтому вот сейчас, например, Европа вроде бы от жары изнывает, а то были холода, и снег выпадал в середине лета в Австрии там, и в Швейцарии, чего никогда не было. И он во Львове град с куриное яйцо размером. То есть погода все более и более будет непредсказуемой. Приближение планеты X влияет и на магнитное поле Земли, поскольку магнитное поле Нибиру в 20 раз мощнее. Чем ближе она будет подходить, тем больше влияет магнитное поле на все, на связь, на сотовые, на спутники, на работу спутников. Сколько он спутников все время так выходит как-то криво. Последний он АМ-4, этот электрон, кажется. Не на ту орбиту. У американцев то же самое происходит, всякие сбои. Это связано не с производителем. Но главное, что земное геомагнитное поле год от года ослабевает, поскольку частицы, из которых оно состоит, по одной из версий, как пылесос втягивает в себя планета X. И периодически складываются ситуации, когда южный полюс Земли направлен практически на северный полюс планеты X. Таким образом, оттуда просто все, туда ничего не долетает, и южный полюс практически пропадает. Если магнитное поле Земли исчезнет, то мы лишимся магнитосферы. Защитной оболочки, стоящей на пути солнечного ветра и космического излучения. Предположительно, подобная катастрофа произошла на Марсе. Магнитное поле там однажды пропало, и атмосферу попросту сдуло. Она растворилась в космосе. А последствия от потери атмосферы можно сравнить разве что с взрывом любой обитаемой планеты. И Земля не является исключением.